Добрый день, друзья! Меня зовут Олег, кто еще не знает, я основатель клуба Crypto Leaders Club. Здесь мы обучаем людей, как новичков, так и людей уже с опытом, зарабатывать в интернете и зарабатывать именно на таких проектах, которые максимально дают возможность и максимально безопасно с нашей точки зрения зарабатывать, приумножать свои деньги. И учим мы как и активно зарабатывать, так и пассивно, как людей, там, у которых там есть куда инвестировать, какие-то суммы, там, они там думают, как максимально их приумножить, так и людей, которых там с минимальными, там, я не знаю, вложениями там, от 200 рублей буквально там, могут зайти и начать зарабатывать. Нету никаких там ограничений, нету никаких там у нас там так, предубеждений. Все люди зарабатывают. У нас и пенсионеры зарабатывают, и мамочки в декрете, и люди, которые там на заводе проработали всю свою жизнь и поняли, что наконец-то пришло время. Или коронавирус их подтолкнул для того, чтобы там уже задумались и приняли решение и возможность. Смотри, друзья, сегодня будем рассказывать, такая новость как раз прилетела. Смотри, россияне массово закрывают вклады в банках, отток превысил 1 000 000 000 000 рублей. По данным Франк РГ, на 13 ноября средняя ставка по годовым вкладам на сумму от 100 тысяч рублей упала до 3,9 в год. Годовых, смотри, запомни эту цифру, годовых. Раньше там до 7, там все такое, но сейчас до 3,9 годовых. Впервые реальная доходность депозита стала отрицательной. Доход от вклада оказался ниже инфляции, которая, согласно Росстату, превысила рубеж 4%. То есть инфляция больше 4%, доход в год 3,9% банк. То есть ты ложь деньги, и их становится меньше. Смысла нет зарабатывать. И многие думают, ну а куда теперь вкладывать деньги, как вообще зарабатывать? Естественно, все ищут в интернете. Теперь я показываю тебе просто такую, как бы, ну, небольшую отсылочку. На днях буквально там все знают, кто следит, опять же, за развитием нашего клуба, за моими видео, знают, что мы сейчас зарабатываем на проекте Artery. Там есть пассивный доход, и вот было подорожание монеты, за день я заработал, там, ну, буквально за 5 минут, 12 часов, подорожание было 12 тысяч, больше 12 тысяч. И самое интересное, давай вспомним, там в год 3,9% в банках, здесь до 30% в месяц. То есть показываю, кто еще не знает, рассказываю, как зарабатывается здесь деньги. Здесь своя монета, такая же, как биткоин, она тоже, все знают, что биткоин приносит пассивный доход, но для этого надо там майнинг-фермы покупать дорогущие. Здесь ничего это не надо, скачивайте обычную программу на телефон или на компьютер и начинайте зарабатывать. Можно инвестировать там от 200 рублей и там сразу же через сутки начать получать до 30% в месяц. Можно активно зарабатывать, есть 5 видов заработка. Активных там от 25 долларов вход, ну опять же 25 долларов. Это сходить в киношку или там поесть в кафешке и забыть об этом. Спустить все в унитаз. А тут есть возможность стать нормальным человеком, который зарабатывает. Тот, кто не успел на биткоине заработать, может успеть заработать на монете Artery в данном проекте. Смотри, что происходит. Вот, ну это такая, как на, можно, это интерфейс такой, веб-интерфейс, их сайт. Здесь даже не надо, в принципе, у кого даже телефонов нету, тот может зарабатывать просто там, зайдя сюда. Опять же, инвестировать можно от 200 рублей, купить там сколько там, 10 монет этих, или сколько там сейчас курс там постоянно растет, отправить на делегирование. Как купить, как отправить на делегирование, внизу будет и вверху будет ссылка на видео, будете, посмотрите там под видео вся информация. Опять же, заходите в мой телеграм-канал, кто еще не подписался, дружище, подпишись прямо сейчас, потому что здесь все возможности, все проекты, на которых ты можешь заработать. Опять же, такая история, кто еще не слышал, у нас даже есть такой товарищ наш, который раньше работал в «Газпроме», поработал в нашем клубе несколько месяцев и написал заявление об увольнении из «Газпрома» и начал зарабатывать в интернете, потому что это кайфово, это классно, это круче, чем в каком-то «Спроме» работать на дядю. Так, смотри, дружище, про проект рассказал. Спрашивали, что там по монетам, потому что все инвестирование происходит за счет монет. Как биткоин здесь покупали, ну, раньше покупали и зарабатывали, так сейчас как бы то же самое с той же механикой используется в монете Artery, только здесь намного проще, более современный такой алгоритм, который позволяет не тратиться ни на электроэнергию, ни на майнинг фермы, на всякую хрень, ни там ставить где-то, располагать в гаражах или там у себя на балконе майнинг фермы там и
это сейчас уже просто не тренд, это новый тренд, который может, ну, уже просто форжингом занимаются люди, а не майнингом. Опять же, кто новичок, тот может перейти по ссылке в мой телеграм-канал, ознакомиться. Там вся информация, там все там, результаты нашей команды, все это ты увидишь, дружище. Здесь по монетам осталось их всего, продано уже 96%, осталось 4%, потом, ну, очень хорошо люди раскупили, очень быстро. Дальше останутся монеты, закончатся эти 10 миллионов монет, и останутся только монеты тех людей, которые их сейчас майнят, так сказать, отправили на делегирование. Там, ну, 1%. Там около 100 тысяч монет в день будет, и проект только стартанул, тут всего 1000 человек зашло в данный проект. Поэтому, друзья, кто реально не успел с биткоином, и кто там понимает, что инвестировать, отдавать уже, ну, большинство людей уже поняли, в банке нести деньги смысла нет. Здесь, там, если сейчас там 4% в год, здесь до 30% в месяц. И начинать можно хоть с 200 рублей. Там зайдешь, посмотришь, разберешься, все прочитаешь, все увидишь, как каждый день тебе будут копеечки, как твой телефон будет или там сайт, на котором ты здесь сейчас зарегистрируешься, будет приносить тебе каждый день печатать деньги. Хватит там работать на дядю ради этого, хватит там думать о том, о проблемах там с кредитами, со всякими там какими-то там долгами своими. Начни зарабатывать прямо сейчас. Если ты думаешь, что у тебя не получится, у нас получается у всех в команде. Все, кто активно выполняет задания, мы простейшее обучение даем. Все, что тебе нужно, будет просто выполнять задания. И у нас и пенсионеры зарабатывают, и мамочки в кредите. В кредитах тоже, в декрете. И те, которые, ну я думаю, кредиты сейчас у всех. И там слесаря, и те люди, которые всю жизнь проработали на заводе. А если ты там, ну, как бы хотя бы чуть-чуть знаешь компьютер там, или там у тебя есть телефон, то, я думаю, у тебя все получится. К тому же 5 видов заработка на телефоне, плюс там скоро совсем запускается реклама крутая данного проекта, сюда пойдут просто все люди. Потому что, ну, естественно, зарабатывать там кризис, коронавирус, все хотят, ищут возможность зарабатывать, но ее, их, к сожалению, все меньше и меньше. Это уже не шутки, друзья. Как бы скоро опять там, например, какой-нибудь новый этап коронавируса, и тогда вообще все сядут просто на одно место, и денег не будет даже у ваших работодателей, да, рабовладельцев, чуть не сказал, ваших работодателей тоже не будет денег, потому что большинство бизнесменов тоже заходят. У нас тоже есть несколько людей, которые раньше занимались там бизнесом в интернете, сейчас им это не приносит деньги, они ищут заработок в интернете, приходят, заходят, все больше людей в данный проект понимает возможность. Поэтому, дружище, если ты реально нацелен на то, чтобы обеспечить себя будущим, себя, своих детей, своих родителей, сделать так, чтобы они не жили на нищенскую пенсию какую-то, они спрашивали: папка, мамка, а что ты делал, когда там была возможность, когда тебе предлагали, а ты там пошел там сериальчик смотреть или там в носу ковырялся. Давай, если есть возможность, ну, если у тебя есть реально как бы такой настрой сделать, обеспечить и себя, и своих будущих, и не жить там в конце своей жизни на нищенскую зарплату. Хочешь зарабатывать прямо сейчас, а не потом когда-то, давай, заходи. Ссылка будет под видео, заходи на мой канал Telegram, ознакомливайся с информацией, там все видео. Как зарегистрироваться, что за проект, все там есть, там в закрепленном посте есть, что нужно делать. Посмотришь здесь, оно вверху, закрепленный пост, почитай всю информацию. Здесь и результаты людей из нашей команды, и просто ответы на большинство твоих вопросов. Вот человек, например, пишет, что с 3000 рублей начал, и вот его путь. И сейчас у него на данный момент уже 44 тысячи. Ну, 44 тысячи это тоже хорошо, там буквально за месяц только заработать. Я думаю, немногие зарабатывают на работе на своей. Поэтому, дружище, не буду затягивать. Понравилось видео, ставь лайк, поддерживаешь там мою идею. Ставь лайк, пиши комментарий. Переходи по ссылке на мой канал, Telegram. Если нет Телеграма, зарегистрируйся, 2 секунды это делается. И изучай, и заходи в проект, пользуйся данной возможностью. Все, всех обнял. Всем, ребята, спасибо за просмотр и до новых встреч.